В преддверии Дня народного единства Музей истории города Харциска подготовил тематическую выставку «Харциск многонациональный». Материалы экспозиции, размещенные в разных залах музея, рассказывают о людях разных национальностей, когда-либо проживавших или проживающих ныне в Харциске, людях, которые внесли заметный вклад в развитие города. Экскурсия начинается в зале номер один, где рассказывается о деятельности семьи греков Агали, а также о деятельности семьи немцев Шлихтов. Продолжается она в зале номер два, где мы подготовили стенд, который посвящен деятельности харцистского поэта Николая Федорова. На этом выставке вы можете увидеть его фотографии и сборники его стихов. Также здесь можно увидеть фотографии двух почетных жителей Харциска – Катенжи Юлиана Васильевича и Дерментли Федора Семеновича. Представлены их фотографии, их книги «Воспоминания о своей жизни». Посетители музея в ходе экскурсии могут ознакомиться с интересными историческими фактами. В частности, с ретроспективной оценкой этнического состава населения Харциска, где, конечно, всегда преобладали русские и украинцы, но встречались представители и других национальностей – немцев, евреев, греков. Выставка продолжается в следующем зале, где можно узнать и увидеть макет дома Приазовского греков, переселенцев образца начала 19 века. Можно увидеть макеты греческого блюда, чебуреков, греческая салфетка, флаг Греции. А также с помощью фотографий показана деятельность в Харциске двух общественных организаций. Харцистского общества греков Эллада и общества немцев Видергебурт. Выставка будет экспонироваться до конца ноября. Обязательным условием посещения музея остается использование защитной маски.